Ну что, год пролетел буквально как вот так, как щелчок. 22 сентября 2022 года мы прилетели в Калгари. Заселились в нашу первую квартиру, здесь называется апартменты. И вот ровно спустя год сидим здесь, в Эйрдри, напротив пруда. Никто нам не мешает, пьем Тим Хортонс. И будем рассказывать вам свои впечатления от жизни через год. Можем с уверенностью сказать, что за этот год Канада уже стала нашим домом. Мы вот уже даже оканадились. Пьем Тим Хортонс. С удовольствием, причем. Не потому что. Ну, скажем так, зимой в шортах еще не ходим, на пикапе не ездим, и автодома у нас пока нет, но все впереди. Нам здесь очень нравится, и нашему ребенку здесь очень нравится. И можем сказать, что у нас здесь уже много друзей, в принципе, им тоже здесь все нравится. И по историям других людей, которые жили перед Канадой или после Канады в других странах, можно с уверенностью сказать, что выбирая страну для жизни не просто на пару месяцев, а для полноценного переезда навсегда, Канада — это очень хороший вариант, а может быть даже и самый лучший. С какими суммами сюда ехать? Деньги – это такая величина, которой никогда не будет вам хватать. Чем больше у вас денег, тем больше у вас запросы, и наоборот. То есть люди, которые приезжают сюда с 3000, стартуют и, в принципе, на ноги становятся так же быстро, как люди, которые приезжают сюда со 100 000. С одной только разницей, у вторых есть право на ошибку. Поэтому нельзя говорить так, что если вам кто-то решит, берите 10 и вам хватит. Такого нет. Это все максимально индивидуально, но естественно, что чем больше денег вести, тем будет лучше. Но, скажем так, Канада все на свои места расставляет очень быстро, потому что такое 100 тысяч для Канады, это, в принципе, пыль. Поэтому в долгосрочной перспективе 5 лет все будут плюс-минус на одном уровне при равных затраченных усилиях. Самая основная вещь для того, чтобы остаться в Канаде, это социализация. Многие люди от этого страдают, потому что они не находят себе новых знакомых. Особенно это ярко выражено у тех, у кого есть дети. Потому что дети, которые не заводят здесь новых знакомств, они, в принципе, ну как и у нас дома, страдают. Но здесь есть аргумент, что вот там язык не понимаю, друзей не нахожу. У нас как бы с этим все хорошо, у нас в семье одни социопаты, нам друзья не нужны. Вот это поворот! На самом деле много друзей, реально намного больше даже, чем было дома, и со всеми приятно общаться, все максимально адекватные люди, у которых свои цели, которые, самое главное, с нашими целями схожи, и мы как бы плюс-минус двигаемся вместе, друг другу подсказываем, где-то поддерживаем, в основном морально, потому что деньги, извини. Но в целом, первое, что необходимо сделать по приезду, это социализироваться. В Канаде это несложно, потому что большое количество ньюкамеров, которые тоже ищут знакомых, ищут друзей, это несложно. Понятно, что время, деньги у всех так. Но найти один день в неделю, где можно встретиться с кем-то, погулять в парке, этого будет более чем достаточно для того, чтобы начать и, скажем так, укореняться. Потому что люди, я в банке работаю, я общаюсь с многими ньюкамерами, там они приезжают, открывают счета, и потом там через неделю, через две возвращаются. Я обязательно стараюсь спрашивать впечатления, что, как, какие-то советы давать. Но многие люди себя не находят. Они находятся в некоторой фрустрации, думают, что они уже опоздали, что уже все потеряно. Это не так, это просто такое впечатление. Безусловно, сложнее снять жилье сейчас. Безусловно, сложнее там, в каких-то аспектах работы. Но социализация и адаптация сейчас максимально легкая, права меняются, все уже известно, все документы известны, что куда идти, все максимально понятно. Поэтому ваша основная задача по приезду, если вы захотите приехать в Канаду, социализироваться. Что можно сказать вообще в целом про работу? Мы сейчас будем разговаривать только про Альберту. Альберта полна рабочих мест. Безусловно,
намного больше рабочих мест в низкооплачиваемом сегменте, в сегменте от 17 до 25 долларов. Я как раз в этом сегменте работаю, но я работаю условно на перспективу. Но работа 17 до 25 долларов, как правило, без перспективы роста, а с перспективой просто стабильного заработка. Такой работы огромное количество. И идеальное знание языка для этого не нужно. Для этого достаточно будет базового языка, для того, чтобы можно было банально коммуницировать и понимать задачи, которые перед вами ставят. Первое, что нужно сделать при подготовке к переезду, учить английский. Это очень important для сегодняшнего economy. Без английского, ну это то же самое, что приехать в Германию и без немецкого пытаться что-то кому-то объяснить. Просто. Einmal auf die Terrasse, bitte. Amazon пакет, говорю, блядь, заебался. Для себя представьте это. Я был в такой ситуации, несмотря на то, что учил немецкий. Это тяжело. Это реально, так мы там были туристами, а здесь вам необходимо решать жизненно важные вопросы. И люди, когда приходят в банк, многие, и видят, что я там разговариваю по-русски, по-украински, для них это спасение. У них прям глаза загораются, они там хотя бы могут объяснить, что за проблема у них. Поэтому я понимаю, безусловно, что люди, которые сюда едут, в основном они едут вынуждены. Но тем не менее, в этой вынужденности вы можете себе облегчить задачу, когда будете учить узконаправленный английский язык. Не надо учить весь язык. Выберите себе одно направление. Там, я условно сейчас привожу примеры, типа бизнес, технический. Если вы автомеханик, учите узконаправленную автомеханическую тему. Конкретно детали, запчасти, что как называется. Не надо учить все на свете. Не тратьте на это время. Занимайтесь изучением английского в том направлении, которое непосредственно относится к вам и поможет вам здесь влиться и зарабатывать деньги на старт. А дальше вы уже разберете, что вам здесь нравится, что нет. Когда я общаюсь с бизнесменами в банке, спрашиваю, что за бизнес, нужны ли работники? Всем нужны работники. Всем. И мы среди этих работников максимально конкурентоспособны, потому что мы работаем. Потому что для нас то, что мы у нас называем расслабленный темп, здесь это люди работают вот как лошади. Хочу добавить по поводу того, насколько здесь ценятся украинцы. Директора и оунеры бизнесов, собственники, считают, что украинцы очень hardworking. И в обоих компаниях, в которых я работала сначала в Долораме, и сейчас я работаю в Оптике. В компании, где появляется один украинец, берут потом с удовольствием других украинцев. Потому что украинцы действительно показывают себя как очень хорошие, очень ответственные сотрудники. А еще из важного события, которое произошло в Канаде, мы тут поженились в прошлом году. Бракосочетание у нас было на скромных щах, так сказать, с двумя свидетелями в квартире у брачного офицера. Про это есть отдельное видео. Вот тут или нигде будет ссылка на него. Поэтому посмотрите. Но это тоже одно из событий, которое у нас было в Канаде за прошедший год. Конечно, основной вопрос для нас был, скажем так, сравнить ожидания с реальностью. Что мы планировали сделать и что в итоге получилось через год. Планировали мы тут заниматься бизнесом, работать тут никто не планировал. Но, как оказалось, в бизнесе мы себя здесь не нашли пока что, потому что канадский рынок, он немножко специфический, намного, скажем так, сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в Европе, в европейском, скажем так, подходе к сервису, к услугам. Поэтому мы немножечко, скажем так, помыкались и решили, что будем пока что заниматься получением вида на жительство, для того, чтобы уже, скажем так, фундамент заложить, а дальше уже можно будет смотреть и двигаться. Ну а чтобы, скажем так, не простаивала инициатива на месте, купили себе оборудование швейное, купили сублимационное оборудование и потихонечку вышиваем одежду, делаем принты на кружках, на одеждах, на всяких магнитах, ну то есть такого плана. Делается это не столько для заработка, сколько для того, чтобы просто, ну скажем так, не остывать. Потому что в любом случае бизнес есть бизнес, никуда не девается это желание, за исключением того, что нет момента, где можно было бы себя реализовать. Канадская специфика, она очень консервативная. Человек, который с 5 лет и до 85 ходит в Тим Хортонс, ему ваша кофейня даром будет не нужна. Вы должны предоставить какой-то исключительный продукт, исключительный сервис для того, чтобы канадцы к вам пошли.
Что касается вида на жительство. Безусловно, мы, конечно, планировали уже через год на вид на жительство податься. На данном этапе у нас отработанного времени 3 месяца из 12. И поэтому, скажем так, отстаем на 9 месяцев. Но это не проблема, это специфика, потому что в промежутке между получением PR и гражданства, вот этот период, который мы здесь находимся, он будет засчитываться по определенному коэффициенту, в зависимости от программы, по которой будете подаваться, бла-бла-бла-бла-бла-бла, но тем не менее. Время не упущено впустую, но тем не менее, люди, которые, скажем так, приехали раньше нас на месяц, они уже подаются некоторые. Поэтому наша основная задача сейчас, наши цели на следующий год, они довольно примитивны и схожи почти со всеми людьми, которые мигрируют в Канаду. Купить свое жилье, получить хорошее повышение на работе, чтобы зарплата была конкурентоспособная и можно было оплачивать свои счета. А счета должны расти, хотите больше зарабатывать, нужно больше тратить. Мы к этому, скажем так, не стремимся, но придерживаемся. Потому что само соблазнов... собой, как-то выходит. Да, соблазнов в Канаде огромное количество. Вот, например, сейчас сезон закончился, мы себе хотим купить там rooftop tent, хотим себе купить лодку, хотим себе купить там еще какие-то приблуды на следующий год. Сейчас дешевле, мы с осени на весну запасаемся. Сэкономить можно суммарно $500. $500 это там 2-3 дня работы, почему бы не сэкономить? Тем более, что хранить, конечно, негде, но за такие деньги похороним. Поэтому опыт мы уже приобрели. Решение приняли, будем оставаться. Планы строим, ну, почти наполеоновские, только не хочется потом откатываться обратно до Парижа. Но тем не менее. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, если есть какие-то вопросы по поводу миграции, по поводу вообще специфики. Те, кто планирует работать в Uber, есть отдельный чат. Он в описании или уже работает в Калгари, можете присоединяться, там обсуждать, делиться своими заработками. Подводя быстрый итог, можно сказать, что мы Канадой максимально довольны, не разочарованы, даже наоборот, у нас ожидания были несколько меньше, чем есть на самом деле, потому что в целом мы особо не выбирали, Канада дала нам возможность, мы приехали и как бы за это благодарны. А дальше оказалось, что это еще и одна из лучших возможностей, которая, в принципе, была для миграции. Мы однозначно планируем оставаться, однозначно будем подаваться на вид на жительство и однозначно будем планировать получать гражданство. Для того, чтобы Маша уже жила в стране, где безопасно, где можно иметь хорошие перспективы и для заработка, и для жизни. Поэтому для себя это решение приняли. Что касается того, можем ли мы посоветовать переезжать в Канаду, мы никого призывать и советовать не будем, потому что это очень серьезное решение, и принять его должны только вы. Вы смотрите наш канал, вы смотрите другие каналы, сами только вы делаете для себя выводы, только вы принимаете это решение. Возможно, одно из самых важных в вашей жизни. Да, чтобы потом жалобы не писали о том, что я пошел работать в Uber, денег нет. Не перекладывайте ответственность на других. Потому что, потому что с нас как с гуся вода, поверьте. Нам вот это вот. Мы показываем, что можно, а дальше уже там как бы самостоятельно. И так этого достаточно для того, чтобы решение принять, оценить здраво ситуацию, подумать трижды перед тем, как ехать или не ехать. Тем более, что в принципе уже наш канал, он больше развлекательный, чем познавательный, но тем не менее, люди много сил вложили для того, чтобы для вас, те, кто еще не приехал, или даже для тех, кто уже приехал, давать качественную и обширную информацию о том, как здесь можно легко адаптироваться, социализироваться, работу находить и вообще пользоваться всеми бенефитами и благами Канады. Поэтому, ну, легче, чем ехать в Канаду, нет ничего. Ну, буквально нет ничего. Не нужно пользоваться чужим опытом слепо. Вы его во внимание берите, а дальше уже все будет хорошо. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жертвуйте фонд «Повернись живым». Это вырежем. Пока-пока! Nobody believe in you. You lost again and again and again. The light I cut off. But you're still looking at your dream, review it every day and saying yourself, it's not over until I win!